Друзья, всем большой привет! Компания Toyota обновила свой самый маленький внедорожник. Речь идет о паркетнике Yaris Cross, который на 2024 модельный год получает весьма большие изменения, но при этом остается таким же доступным, как и ранее. После фейслифтинга его стартовая цена выросла лишь на 260 евро и теперь составляет 28 540 евро. Если говорить о его доработках, то сразу стоит отметить новый, более мощный силовой агрегат с гибридной технологией Toyota 5-го поколения. Под капотом там лежит бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с отдачей в 92 лошадиные силы, который работает в паре с 84-сильным электромотором. В результате мощность такой установки составляет 130 лошадиных сил и 185 ньютон-метров крутящего момента. По заявлениям производителя, средний расход топлива с таким агрегатом составит примерно 5 литров на 100 км пробега. Также из новшеств можно выделить увеличенный экран мультимедиа и значительное улучшение систем безопасности и помощи водителю. А что касается внешности и салона в целом, то тут модель особо не отличается от своего предшественника. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!